преддверии главного майского праздника ученики Мариинской гимназии в честь победы в Великой Отечественной войне организовали флешмоб «Гимн Победы». Сегодня утром почти 1000 школьников стройной колонны отправились на площадь 30-летия Победы. Выстроившись перед обелиском в форме надписи «9 мая», ребята хором исполнили песню «День Победы». Здравствуй, мама, возвратились мы не все, Восьмиком уже бежал за Россию. Полки громы прошагали по земле, этот день мы приближали как могли. Это день победы. К этому дню школьники готовились целый месяц. Заучивали текст, тренировались быстро выстраиваться. На последних словах песни ребята выпустили в небо воздушные шарики цветов георгиевской ленточки и дружно захлопали. 72 года прошло со дня Великой Победы в войне, унесшей жизни более 100 тысяч ульяновцев. Воинов, которые своим героизмом из последних сил приближали победу над фашистской Германией, уже не вернуть. Но память о великом подвиге никогда не угаснет. Юлия Дегтярева, Сергей Ершов, Новости Ульяновской правды.